Привет, друзья! В эфире программа Game On. Новости и обзоры современных видеоигр. Не отходите от экранов. Продолжит программу супербоевик Infamous в русской версии «Дурная репутация». Это эксклюзив для консоли PlayStation 3. Sony на него возлагали большие надежды. Скажу сразу, игра эти надежды оправдала на все 100. Это современный, масштабный и очень качественный боевик. Игра представляет собой фантастический экшен с супергероем по имени Коул в главной роли. Парень он крайне непростой. Нечто вроде электрического микса из Человека-паука и джедая. С одной стороны, он лихо карабкается по стенам и прыгает по крышам небоскребов. С другой, играючи швыряет в многочисленных врагов шаровыми молниями, подбрасывает в воздух автомобили и вообще настроен крайне решительно. Дело разворачивается в вымышленном городе Empire City, где к власти рвутся некие адепты Ордена Темных Сил, так называемые Рипперы. Город большой, прохождение свободное, в духе Grand Theft Auto. Есть сюжетные миссии, которые расскажут нам о таинственных событиях этого мира. Есть побочные. Например, можно отбивать у Рипперов городские кварталы и постепенно захватывать большие территории под свой контроль. Авторы предусматривают два варианта развития героя – хорошую и плохую сторону. Так что не зря я упоминал про джедаев. Так, в определенные моменты вам предстоит сделать выбор между добром и злом, от чего будут зависеть умения главного героя. Чем больше очков опыта, тем сильнее его электрические способности. Особого внимания заслуживает графика проекта. Согласитесь, качество эффектов и детализация городских улиц внушают искреннее уважение к работе программистов и дизайнеров. Это не только зрелищно, но и поддержано правильной физикой объектов, отчего мистические побоища выглядят ярко и захватывающе. Радует и прекрасная анимация главного героя. Одно удовольствие смотреть, как ловко и естественно ему удаются даже самые сложные трюки. Получилось настолько круто, что оторваться от игры крайне сложно. Город затягивает в себя, постепенно открывает что-то новое и интересное. Экшен быстрый, азартный, с ростом характеристик он приобретает по-настоящему эпические формы. Здесь всегда есть чем заняться, на что посмотреть и с кем помериться силами. Великолепная игра, обязательное приобретение в коллекцию каждого владельца PlayStation 3.